В этом году на старт должны выйти порядка 10 тысяч участников. Забег начнется ровно в полдень, причем одновременно во всей России. Бегунам предстоит преодолеть 4 километра от Театральной площади по улице Московской, затем по набережной Космонавтов и финишировать у Ротонды. Бежать будут как любители здорового образа жизни, так и профессиональные легкоатлеты и ветераны спорта. Кросс-нации проводятся в 68 регионах страны. В этом году в финансировании данного мероприятия произошли некоторые изменения. Федерация дает 200 тысяч рублей, вот. Ну и где-то муниципальный бюджет тратит порядка 150 тысяч рублей. Относительно недорого, раньше федерация закрывала все эти деньги только своими деньгами. Сейчас не могу сказать, чем это вызвано. Изменения коснулись и призеров. Если в предыдущие разы памятные кубки и грамоты получали первые 10 прибежавших, то в этом году на пьедестал почета поднимется только первая тройка лидеров. Ну а сама церемония награждения произойдет в 2 часа дня у памятника Юрию Гагарину.